Многие мои друзья и знакомые знают, что я люблю путешествовать. Делаю это довольно часто и много. Но мало кто знает, что... Этап подготовления к путешествию я обычно пропускаю. Это очень плохо. Надеюсь на свою супругу. И такой подход к планированию к плюсам однозначно отнести нельзя. Смотрите на эту архитектуру за мной. Очень необычно. Все стены и потолки, и вообще все имеет какие-то округлости. Практически отсутствуют прямые пересечения под углом 90 градусов. Место просто удивительное. BMW Velt по сравнению с этим реально отдыхает. Мы продолжаем нашу экскурсию по музею. Следующая экспозиция называется «Богатство и сокровища Азербайджана». За мной находится выставка исторических национальных ковров Азербайджана. Ковры ручной работы. Необычное место, много разных выставок, и самое главное и интересное для меня – это выставка автомобилей, классических автомобилей. Выставку классических автомобилей почему-то нельзя снимать на видео, причем даже на телефон, поэтому все ролики однообразны и не супер интересны.
Прогулка по набережной вечернего Баку. Максим, прогулка по набережной вечернего Баку. Тебе нравится? Да. Вот это полосатое здание за нами. Оказывается, это музей ковра. Видите узоры? Вон там, на рулоне. Это настоящий азербайджанский ковер. Вон он как хитро закручен. А зря.